по Октябрьской улице едем, Кудынка. Вот справа завод Топаз выпускает алкогольные напитки, водку. Вот за этим забором. Мы едем в Москву. Это Соколовка, деревня. Сейчас выезд на старое Ярославское шоссе. Налево там поворот на Ивантеевку. А что у нас там? Батареи теплые? Я их не трогал, воды вообще нету. Хорошо. Все, въехали на Ярославское шоссе. Сейчас через 200 метров будет